Это свинство, свиньи были. Разве этот человек сделает такое? Глядя на весь этот мусор, у пенсионера Анатолия Николаевича сердце кровью обливается. Любимый остров отдыха на глазах превращается в большую свалку. Повсюду пластиковая посуда, стеклянные бутылки, одним словом, остатки пикника. Мужчина живет здесь неподалеку и каждый вечер выходит с супругой прогуляться вдоль берега. Попутно собирают мусор. За полторы минуты полный пакет. Ой, вот рядом красота, и вот когда-то все смазывает, и мне приятно, вот. Болит душа и все. Мы с супругой это постоянно переживаем. Убирали. Тут было чисто. Но потом не стали успевать. Пакеты с мусором здесь на острове отдыха можно найти почти под каждым деревом. Вот, например, здесь отдыхающие оставили целый походный набор. Здесь и пустые бутылки, и коробки из-под сока, а из воды вообще торчит арбуз. Мы здесь очень часто гуляем. И на самом деле, мне кажется, этот мусор по большей части вот из воды остался, вот принесенный. Ну, есть и люди оставляют. Это тоже такое есть, согласна. Я даже иногда здесь беру пакеты, убираю и складываю, уношу. Мусором остров отдыха зарастает каждое лето. Контейнеров под отходы здесь нет. В мэрии говорят, чтобы их установить, нужно соблюсти санитарные требования. Например, оборудовать специальные площадки. Пока такой возможности нет. Пожаловаться на стихийные свалки можно в администрацию центрального района. Там должны найти виновника, чтобы заставить его убрать все за свой счет. Но такие поиски практически никогда не дают результата. Тогда мусор вывозят за счет городского бюджета. Объем средств в рамках этого контракта ограничен, поэтому жителей призываем все-таки ответственно относиться к утилизации бытового мусора, который они часто оставляют на местах своего отдыха, и все-таки утилизировать его в предназначенных для этого местах. В мэрии отмечают, только за первое полугодие из центрального района подрядчики вывезли 365 кубометров мусора. Это больше полусотни КАМАЗов. Страшно представить, сколько грузовиков заполнят в конце лета. Екатерина Любим, Александр Ольхов, Енисей. Новости.